Так, всем привет. В общем, у меня тут выполнил очередной заказ в Иваново. Это форма под аллигаторы. Так, город Иваново, Российская Федерация. Вот такие аллигаторы, получаются таких форм, такие конструктора разных весов. Вот сейчас покажу 40. 40, 60, 80, 100. У человека своя сетка, я просто отлил, что получается, просто грузики без сборки, такие грузики. Вот примерно те, кто первый раз такой аллигатор, это вот такая фидерная кормушка получается. Вот, ну что, у меня валялся аллигатор, в общем, такого плана. Можно платформу эту среднюю вращать в разные стороны, и ушко тогда будет переноситься с одного конца в другой. То есть можно, чтобы ушко было здесь, на этой стороне или на этой, в зависимости от того, как развернуть платформу. Вот такая форма. Да, вот так вот. Все легко собирается, разбирается, заливается. Ну, относительно легко. Литейка сама по себе это сложный процесс. Там что не берешься, все сложно. Ну, в общем, такая крышечка сверху накрывается. В общем, эти аллигаторы часто показываю. Вот гаечками закручивается уже в сборке это дело. И заливается это дело через отверстие. В общем, все хорошо получается. Вот такое дело. Все, я угнал на почту. Отправка, в общем, сегодня. В общем, по срокам сейчас у меня задержки, но... Все, выполню, живой, здоровый. Все, всем пока-пока.